В ближайшее время в Госдуму поступит законопроект о запрете курения в общественных местах, на детских площадках, заведениях органов власти, ресторанах и кафе. Как вы считаете, нужен ли этот закон и почему? Мы считаем, безусловно, нужен. Постоянно поступали жалобы из-за того, что мы знаем много знакомых. Мы говорит, вам не приходим, потому что вас курят. Вы знаете о том, что в Госдуму поступил законопроект о том, что нельзя будет курить в общественных местах? Да. А как вы относитесь к этому закону? Очень хорошо. Но чтобы еще в общественных местах не продавали сигареты. Даже если в кафешку какую-нибудь пойдешь, где курят, уже как соседом до другого уже. Даже с ребенком не пойдешь, понимаете? Угу. То есть придете, вещи прокурены сразу же. Я как бы за то, чтобы принять такой закон. А сами вы курите? Ну, не часто, но бывает, да. А в общественных местах бывало, что курили? Ну, нет, я снова выхожу, стараюсь на улицу или куда-то другой, где можно курить. Не знаю, вот курю же вот. Это общественные места. А в заведениях, в кафе? А в заведениях нет. Повлияет ли этот закон на посещаемость? Наоборот, думаем, что только посещаемость будет увеличена, так как с принятием закона мы планируем построить комнату для курения. А сами вы курите? Сам я лично не курю. И также советую другим не курить. В курении ничего хорошего нет. Также документ запретит рекламу табачных изделий и их продажу в ларьках. А полный запрет курения в общественных местах предусматривается с 1 января 2015 года. Сюжет подготовили Нурия Бадамшина, Рузиль Насибуллин, телеканал ЮТВ «Октябрьский».